Сегодня 8 ноября, Коля уже таскает сумки. Я вчера легла во втором часу, вернее уже сегодня во втором часу. Время 6 утра, Коля заснул рано, проснулся, естественно, рано. Уже успел умыться, пока досыпала до 6 часов. Таскает сумки, сейчас быренько попью кофейку и надо ехать. Так, какие наши новости? Едем уже больше часа, выехали в 7 утра. Ехала первый час просто как у негра, извините, в попе, да, скажем так, ласково. Вот, во-первых, темно было, сейчас уже 9 час, уже начинает светать. Темно и туман просто невероятный, невероятное туманище. Ну, пока я буду ехать, пока не устану, Коля к моей машине еще не привык. Я его вписала в страховку, вернее, Миша вписал. Все, у него права есть ехать на эту машину, вернее, в страховке он есть. Но пока поеду сама, а дальше уже... Пересядет Коля, вышел покурить. Вот, а я сейчас забью, наверное, навигатор, чтобы хотя бы знать, сколько километров, куда чего, отворотки. Потому что в темноте, кстати, отворотки можно пролететь вдвоем. В четыре глаза смотрели, и то иногда было напряжно. Так, следующая остановка. Остановились в МЖО, время 10 часов. Уже деревья, гляньте, какие высокие. Наверное, километров 300 проехали, ну, может, чуть меньше. Вот, минус 4 градуса, полет идет нормальный. Время около 11 часов, доехали до Тедина, это 350 километров от Мурманска. Я голодная, как волк беременный, выпила чашку кофе только с утра, без ничего. Вот, Коля пил кофе с печеньками, сейчас покушаем чего-нибудь горяченького. И Коля пересядет, пусть попробует ехать на моей машине, как у него получится. Да получится, что ж не получится. Что, не говори, что тут закрыто, а то у меня будет голодный обморок. Так, Коль, ну что с тобой, первое и второе будем есть сразу? Да, да. Потому что потом только у нас пирожки с собой, ничего нету. Что ты будешь? Борщ, солянка. Солянка по-мурмански. На лося... А, нет, лосиный бульон. А есть обычная солянка? На лосятины только солянка есть. Сейчас, подожди, солянка. Ну ладно, ты ешь солянку, а я буду борщик. На второй я буду пюре с чем-нибудь. Это будет рис, наверное, с чем-нибудь, да? Что ты, смотри. Так, ты будешь гарнир? Ты гарнир будешь? Рис, пюре, картошка жареная. Какой гарнир? Рис. Все, я пюре. Рис. Что по мясу или рыбу? Котлеты по-домашнему. Так, котлета домашняя ты будешь. А я что буду? А я буду тефти. А давай котлеты, чтобы не путать людей. Так, ты пить что будешь? Ну ладно, потом, да. Солянку, пожалуйста, одну. Хорошо, скажите, оплата у вас по карте? По карте. Так, солянку, сметану, майонез добавлять нужно? Солянку, сметану, майонез надо? Майонез. Угу. Борщ украинский? Угу. Пюре, рис и туда по котлете, как она, домашняя? Домашняя. Да. Кофе будешь? Кофе. Кофе один. Заварной, растворимый? Заварной, растворимый? Да любой. Ну давайте, растворим, он дома растворимый пьет. И хлеба 4 кусочка. 1174. Сейчас, секундочку. Так, вот. Кофе один, да? Один, ага. Вам кофе сразу принести или попозже? Давайте попозже, чтобы горячий был. Нормально, на 1100 рублей вдвоем пообедать. Да, Коля? Как хорошо, никого нету. Я ищу плюсы в поездке зимой. Вот я уже второй плюс нашла. Первый плюс, то, что нет ремонта дорог, ну, пока нету. А второй плюс, что в кафе нет людей. Уже два плюса нашла. Вот, стоянка пустая. Ну, еще один человек. Слушай, интересно, откуда она знала, что тебе солянку, а мне борщ? Принесла и поставила правильно. Коля солянку, а Лене борщик. Но борщик тут вкусный. И солянка тоже. Кстати, ты постоянно солянку тут заказываешь. Угу. Откуда вы знаете, что он будет это есть, а я это? Прям правильно ставите. А, слышал, видишь, как она молодец. Слышала, говорит. Фух, налупилась, как глупыш, как ты говоришь.
не пообедали, позавтракали. Сейчас надолго хватит. Ну, зато будем ехать без остановки. Большое спасибо. Спасибо, все очень было вкусно. До свидания. Но я смотрю, понять не могу, что продает. Эту бруснику, наверное. А что сейчас можно еще продавать? Бруснику или клюкву? Ну да, одно из двух. Ну. Так, с ручника снял, все. Все. Ну трогайся, пробуй, как она трогается. Да нормально, все хорошо, Коля. И она не сразу поехала. То есть без всяких там. Я не знаю, на ладности, так ты на моем пока начинал, ты глохнул сколько раз. Непривычно. Ну, непривычно, потому что низко тебе. Ты привык до высокой. Сейчас немножко проедешь и привыкнешь. Оно всегда так на машину. Низковато. Низковато. Ну, нормально. У тебя и голова почти под потолок. Скоростям привыкай. Четвертая. Четвертая вниз, пятая, ну, чуть-чуть туда. Пятая, как у тебя. Да, да, понял. Это ты сейчас едешь на третьей. Не, на второй ты едешь. Пятая. Это пятая. Все, теперь я хоть в окошко поглазею. Мы как в танке, все грязное. Они посмотрели, что подворник, что-то дворник плохо трет, что-то попало подворник. А, протер, смотри, что-то попало, наверное. Ну, не знаю, посмотрим потом, будет чистить. С нами заяц, кстати, едет. То лошадка ехала в тот раз, лошадка дома осталась, сейчас едет зайка. Это Лена только сказала, что плюс того, что нет, ну не только сказала, но сказала, плюс того, что нет дорожных работ. И вот дорожные работы... Пожалуйста. А вот нам зеленые. Зато есть еще один плюс, я надумала, который есть в дороге в зимнее время. Не жарко, когда нет кондиционера, как у Коли, вернее, он есть, не работает. У меня-то работает. И ехать летом – это такая душиловка. Кошмар. Работает, что-то делают. Ну, что-то делают, оно не особо сильно много. Заехали на заправку в районе Сегежа. Хочу кофе. Сейчас Коля заправит машину и, может быть, попьем кофейку. Как понимаете, мы опять поменялись. Короче, мы меняемся периодически. Коля проехал километров 100, я пересела километров 200. Наверное, сейчас опять его посажу. Надо меняться, и так легче ехать, чем ехать, допустим, он 600, я 600. Ну, устаю сильнее. И из последних новостей, пока ехали, Коля видел трех оленей. Они убежали, ну, как бы убежали в лес. Они были возле леса, возле дороги, коричневые три оленя. Я говорю, они были с рогами, Коля говорит, я не видел. Они наклонили голову и бежали в сторону леса. Но три оленя он видел отчетливо. И по погоде мы выезжали из Мурманска. Было минус 6, потом добралось до нуля. И сейчас уже плюс 3 градуса. Зашли попить кофейку. С собой брать на ходу пить невкусно. Сейчас скривился-то весь. Горячий? Горько. Горько? Так ты сахара мало, наверное, положил? Три. Три? Я да без сахара. Андрюха кошку прислал, сейчас покажу. Сонная кошка. Спрашиваю, как себя вела? Изучала, ползала, потом мы поели, спать вместе пошли. Сейчас играет и болтает что-то. Привет передавала. Какая черная кошка? Наша кошка, Андрей, про нашу кошку. Привет. Да, да, да. Вот в кровати еще сонная. Ну, нормально. Я больше переживаю, чем кошка. Вон она, сонная морда. Сонная морда лежит. Все хорошо. С Лизкой все хорошо. Скоро увидимся. Ладно, ползала, болтала. Что она там его болтала? Капучино. Мы до этого капучино брали. А это американо. А есть капучино. А есть капучино. А это американо. Если хочешь другую, то ну, в следующий раз капучино возьмем. Коля, это горький кофе. Мне нравится такое. Тем более же без сахара. Нехорошо. Пришло время сюрпризика. Это сюрприз от Лорика. Я так понимаю, там гостинчики, но сейчас я его открою, и мы убедимся. Как обычно, она мне сказала открыть в машине. Я честная, я послушная. Вот Лорик, как ты запечатывала, так и есть. Сейчас я буду открывать. Так,
первое, что для Лены, я просто обожаю Баунти. Мама моя просто обожает Баунти. Но маме... Для Коли, я уже так понимаю, вот тебе, две палочки, Твикс. Да я расскажу про Баунти. Короче, мы с мамой очень любим Баунти. Еще когда начали появляться Твикс, Сникерс, кто еще, Баунти, ну разные вот эти вот конфетки, мы с ней остановились на Баунти. И с тех пор я больше всего люблю Баунти. Маме их просто нельзя. Я обожаю очень сильно их. Поэтому, Лолик, не знаю, откуда ты знаешь, я, по-моему, не говорила, но мне они очень нравятся. Спасибо тебе, спасибо. Это для Коли. Тоже уверена, что Твикс ему понравится. Тебе, Коля, от Лолика. Спасибо. Пожалуйста. Потом, опять же, как она прочувствовала крем для рук. Крем для рук с авокадо. Вот он, авокадо. Я когда уезжала, у меня так последние дни порепались, как говорят, руки, пальцы, ну вот как бы видно, не видно, но по крайней мере, кстати, мой маникюр, свежий маникюр, где я его облупила. Вот, и у меня сильно болят вот эти вот штучки. Этот крем я сейчас буду мазать всю дорогу, потому что пальцы надо лечить. Приедем туда, надо что-то будет и мыть, и машину ту же самую надо будет отмывать. Руки снова начнут сохнуть. Лолик, ты прям, я не знаю, ты сама как этот, вангуешь. И еще здесь такая резиночка для волос, которая никогда не бывает лишней. Я люблю такие резинки, потому что они не путаются в волосах. И потом, вот еще одна штучка, ангелов, дорогу вам, чмоки, вот, это, я не знаю, что это, но это, кажется, мочалочка, у меня наподобие такой была мочалочка, кстати, я забыла с собой взять мочалку, Лариса, ты как собака, как ангел в дорогу, ты посмотри, мочалку мне, не знаю, мочалка это или нет, но, по крайней мере, я ее не взяла, ты мне положила, Баунти я люблю, ты мне положила, Оля любит не улетать. Всякие сладкие штучки ты положила, и крем с резиночкой тоже все мне нужно. Это как так? Ты как все это прочувствуешь? Чмоки-чмоки, я тебя тоже крепко-крепко целую, обнимаю. Так, едем по Медвежьегорску, глазею в окошко, особо глазеть не на что, просто глазею, все. Летом-то есть на что посмотреть? Цветочки. Так, то есть светофор. Так, мы по главной, Коль. Мы по главной. Езжай. Езжай, не стесняйся, мы по главной. Чего ты тормозишь? Я контролирую движение, путь. Так, а, нет, до светофора не доехал. Да я и думаю, что ты перепутал, да. Я перепутал. Время сколько у нас? Полчетвертого, да? Полчетвертого. На улице вот так вот пасмурно. Кажется, да, гостиница или нет? Да, вон гостиница, вроде бы как. Мы что-то давно уже здесь не останавливались. Как-то мы или туда дальше проезжаем, или обратно мы. Раньше мы часто здесь в гостинице останавливались. А, вот она же гостиница, да. Вот она, вот, Медвежьегорск. Хорошая гостиница. Останавливались часто. Сейчас мы как-то по времени укладываемся, либо домой доезжаем, либо куда-то дальше туда проезжаем. Так, нам налево, да, на Будаш? Удаш. Повертай. А здесь когда-то мы покупали в этом магазине диски, когда еще был магнитофон с этими дисками. Вот в этом магазине, я помню, мы с Колей ходили. Так, пока ставлю машину, рассказываю, какие наши дела. Доехали до места ночевки. По дороге уже ничего не снимала, потому что последние 400 с лишним километров ехала я сама. Потому что мне хватило того момента, когда мы ехали с Колей с отпуска, и как его инсульт, не инсульт, от усталости, не от усталости. Короче, я его очень мало сажала за руль сегодня. Больше ехала сама. Так, в темноте нифига не вижу, куда тут что ставить. Так, поставлю-ка я вот сюда, здесь хорошо все видно. Тут точно не промажу. Так вот, доехали мы до Липиного Бора, проехали, наверное, примерно половину пути. И вот эти 400 километров с лишним я ехала по темноте, по дождю, по снегу с дождем.
туман местами. Короче, веселуха ужасная. Вот, ну, половину пути проехали, всего нам ехать 2500, ну, примерно, наверное, 1250, 1200, 1300, вот так вот мы проехали. Все, устроились на ночлег. Коля пошел номер, я вот машину ставлю. Сейчас возьму еду, воду и в душ. На улице, кстати, тепло. Этот снег, который нападал, он тает. Остановились опять же в МЖО. Вышли в лесу сугробы. Мокрые. О, гляньте, веревка, как в деревне сушить белье. Мокрые, огромные сугробы. Но они, наверное, к утру тоже растают, потому что тепло. Я там на щеколду не закрывала, не правильно? Надо, да? Не надо, я не закрываю. Ясно. Все понятно. Рыба. Рыба какая. Деревянная. Тут всякие штучки, дрючки. Но у меня уже сил нет ничего разглядывать. Номер 7, мы уже в нем останавливались не один раз, кстати. Вот он. Последний раз со свиньями были тут. Были мы тут с рыжулькой. Они вот тут у меня клетка стояла. Или последний раз мы с рыжиком тут были. Ты в душ пойдешь? Холодильник придется включать. У нас хоть и пирожки. Лучше их тогда в холодильнике. Так-то можно было в машину, поели, отнесли в машину. Там прохладно. Раз есть холодильник, пусть работает. А, чайник он есть. Капяточек. Так, да, выгляни. Душ, по-моему, напротив был. Напротив. Деревянный полы. Да? Коль, или нет? Или не в этой... А, ну, все правильно, да, напротив. Так, ну что, номер я вам показала. Номер стоит 1800. Нормальный, хороший, приличный номер. Вот телевизор, столик, тумбочка, шкаф, холодильник. Ну, все, что надо. Вот, микроволновка, наверное, внизу есть, она нам не нужна. А вот это туалет. Туалет как туалет. Унитаз, раковина, зеркало, освежитель, мыло даже имеется, туалетная бумага. Вот, коврики, все как положено. Все, закрывай глазки, спадки. Холодно, я не умею. Ну, что, сейчас загрейся. Потому что ты в душ, наверное, залез, вышел и в это, на свежий воздух. Ну как, пока вытирал, что ли, она... Надо было попрыгать, побегать. Там душу вместо вон сколько. Может здесь побегать, погасать. Душ не хочу. Ну, Коля, наверное, душ-то мне... Ну, все равно помыться – это очень большое дело с дороги, особенно летом. Все, спи, короче. Я немножко позанимаюсь и тоже лягу.